Ты все-таки нашел свой артефакт? Ага. Я должен отнести его магам воды. Я составлю тебе компанию еще на какое-то время. Ну и здоровые же твари! О, черт! Что это за тварь там? Откуда взялось это? Похоже на одного из этих неуязвимых троллей. Только размером поменьше. Что бы это ни было, если мы хотим убраться отсюда, нам придется разделаться с этой тварью. Непростая работенка. С чудовищем мы разобрались. Но если это был всего лишь молодой тролль... Тогда нам лучше не попадаться на глаза его родителям, верно? Что-то вроде того. Здесь наши пути расходятся. Я еще ненадолго останусь. Хочу осмотреть окрестности. Но, думаю, мы еще встретимся. Увидимся, друг мой. Я больше... Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Веришь кому-то? Thank you.
Эй, я уж и не... Порой я и сам... Много чего произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я слышал, ты внес большой... Все-то ты знаешь. Даже больше, чем ты думаешь. Да, один из них... Я знаю, где его искать. Понятно. Не зря я тебя учил. Но сейчас дело не в этом. Не в этом? Так... Проблема тонны на три вет. Идем. По левую сторону ущелья расположен вход в пещеру, где хранится Юнитор. Понятно. Но прежде нам... Чтобы победить тролля, тебе придется отыскать у него слабый... Я отвлеку его. Они умрут, если встанут у меня на пути. Фантастика. Да, ты даром. Я присмотрю за тем, чтобы больше... Похоже, заклинило. Дай-ка посмотрю. Вот ты заработала. Thank you.
Нашел юнитор. Думаю, теперь мне пора возвращаться в... Будь осторожен. Мы еще в... Ты можешь... Да, я могу. Теперь ты будешь точнее. Возвращайся скорее. Береги себя. Я нашел юнитор в ущелье троллей. Хм. Дело продвигается, ты молодец. Мы все ближе и ближе к цели. Наберись храбрости и терпения и достань еще 2 юнитора. Я вижу, ты воспользовался свитком с заклинанием портал. Вот, возьми еще 1. Я нашел юнитор в форте на горе. Невероятно! Теперь у нас есть уже 4 камня. Осталось найти всего 1. И тогда у нас будет все необходимое для осуществления нашего плана. Ты уже оказал всем нам великую услугу. Найди же и 5-й камень. И тогда вскоре все мы будем свободны. Я нашел юнитор в разрушенном монастыре. Там был Горн, наемник. Он помогал мне в поисках. Великолепно. Теперь у нас есть все 5 камней. Ты оказал нашему лагерю неоценимую помощь. Прими же уверение в моей бесконечной признательности. И загляни к Риордану. Он знает, чем вознаградить тебя за труды. Еще поговори с Кроносом, хранителем руды. У него также приготовлен для тебя подарок. Теперь ты можешь взор... Теперь у нас есть все, но барьер был сотворен 12. В круге воды недостаточно магов, чтобы управлять столь могущественной силой и... Что мы можем сделать? Я понимаю, что мы уже и так в неоплатном долгу перед тобой за все, но в интересах всех жителей колонии я должен... Еще? Да. Отправляйся в старый лагерь. Магов огня? Почему ты думаешь, что они будут рисковать своим положением? Уничтожив барьер, они потеряют все, к чему так привыкли. Лишаться с... Именно поэтому ты должен взяться за выполнение. Напомни магам огня про старое доброе время, когда... Ладно, я постараюсь убедить магов, но я ничего не обещаю. Я... Ты должен попробовать. Только один что? Неважно. У тебя должно получиться. Вот, возьми эту магическую руну. Передай ее Кариста. С ее помощью он сможет в любой момент, минуя стражу, перенестись сюда, в эту комнату. Это должно убедить наших бывших друзей в наших добрых намерениях. Надеюсь, ты вернешься целым и невредимым. Приветствую. Сатурас сказал, что ты приготовил... А, наш духовный лидер, все обитатели лагеря. Да что, прими же от нас. Приветствую. Лучше ни на что не натыкаться. Скорее всего,
Ты прав. Я не хочу в этом мясо. Поговорим о чем-нибудь. Больше ты этого не случится. Ты должен верить всему, что слышишь. Скорее всего, ты прав. Были времена, когда все было совсем... Я думал, это выяснили еще очень давно. Привет! Если ты думаешь... Может быть... Сатурас сказал, что ты приготовил для меня награду. Как хранитель руды, я хочу поделиться с тобой ее малой толикой в знак признательности. Надеюсь, тебе она... Я хочу... Я могу помочь тебе... Я хочу... Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Да ты никто в этой истории. Похоже, назревает проблема. Это было слишком... Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Некоторых людей ничего не учат. Назревает проблема. Это точно не моя проблема. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Были времена, когда все Может, было совсем... Я не хочу в это ввязываться. Если ты думаешь... Не хотел бы я оказаться в моем месте. Еще. Скорее всего, ты прав. Я больше не слышал всего этого. Пока меня не вызывает. Может быть. Некоторых людей должен следить за тем, что это говоришь. Это точно не моя проблема. Должен следить за тем, что говоришь. Я сомневаюсь, что не слишком. В результате попадаешь в неприятности. Как всегда и люди бывает. Всегда болтают. Веришь кому-то, в результате попадаешь в неприятности. Ты должен следить за тем, так что говоришь людям. Я думал, это выяснили еще очень давно. Держи это при себе. Людям я не хочу в это ввязываться. Были времена, все было совсем по-другому. Выяснили еще очень давно. Может быть. Это было не слишком. Это точно не моя проблема. Что-то не то. Были времена, все было совсем по-другому. Были времена, когда я думал, это выяснили еще очень давно. Веришь кому-то? Похоже, назревает проблема. Так всегда и бывает. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятность. Так всегда и бывает. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Ты я не хочу это все, что слышишь. Держи это при себе. Можно пройти? Я больше не слушаю. Всегда болтают. Веришь кому-то в результате? Ты не должен верить всему.